Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Да, и скажи, чтобы мешков взяли побольше. Они нам еще сегодня пригодятся. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Помогите снять. Стоять. В вашем положении не советую до него дотрагиваться. Статью 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Ну так если статью никто не отменял, может, мы пройдем в офис и там подождем ваших спецов? А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас валите. И какой в этом смысл? Охранник был уже мертв и не представлял угрозы. А нападавший все равно задержался, несмотря на риск, чтобы повесить тело. Да он буховый был. Врубил режим Рэмбо. Нет, ну пьяный бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. И у него есть адресат. Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Нет. Только то, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы имеете право на его присутствие. Ситуация начинает проясняться.
Где второй? Кто? Ну? И что у вас здесь происходит? Евгений, он слюни был же. И что? Официант нос вмял. Ну и? На Леху он с бутылкой кидался. Ну, привели его сюда. Ну, дальше. Остудить. Остудили, блядь? Это постановка. Он действовал по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью. Поэтому тело пришлось спрятать. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за хлебными крошками. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Сегодня часто бьется лампа. Где? В подсобке возле зала.
о том, что в вашем клубе убили человека. Он стоял прямо за его спиной. Вас окружают дилетанты. Подожди, что это документ? Служба, подай отвертку. Держи. Держишь? Угу. Спасибо. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше. Юрий Евгеньевич! Юрий Евгеньевич! Я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. А я думаю, есть что.
откуда знаю? Это вас надо спросить. Уже тебя за это собакам скормит. Лосуистовиков. Но он же из-за любой мелочи, как порох взрывается. Стой, сосок, подожди, я знаю. Если хочешь вместе, надо иначе зайти. Когда все найдешь, сдай ментам. Они уже сами в этом бизнесе по самые кадыки повязли. И Евгеньевичу несколько мулов потопили. А если товар от них чужим брендом на улицу уйдет, тайские боссы сами всех накажут. Он ушел дальше по коридору. Другого варианта у него нет. Идемте. Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория. И тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем. И ты будешь выполнять свою работу. Вы знаете, эта девушка? Тамьяна. Куда вы? За дочерью. Кто такой Максим? Тот, кого вы нашли в подсобке. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад.
На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Сегодня отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Хорошо? Дайте. А тут теперь Яна хозяйничает. Она уже несколько месяцев управляющая. Подскажите-ка мне ее номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф, а где ружье? Все на пол! Дальше, а только... Закройте шторы. Держи дверь. Можно подняться. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь. Я думаю, вам не стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Можете идти. Вы все равно проиграли.
Объясни. Человек, которого вы не знаете, зато очень хорошо знает вашу дочь, гуляет по всем вашим лабиринтам, как будто у него есть карта. Юрий Евгеньевич, у вас тут так много комнат, а его заинтересовали только две. И именно в них установлены камеры. Вы там что-то спрятали, а он это что-то нашел. Я права? И пока вы пытаетесь нас тут запугать, ваш незнакомец уже выпотрошил вторую сумку и успел скрыться. Это фокус с отвлечением внимания. Волк бежал за зайцем, да тот его в капкан загнал. Пойдемте осмотрим вторую комнату. Наверняка он и там для вас что-то оставил. Юрий Евгеньевич, перед тем, как войти в эту комнату, хочу вас спросить еще раз. Вы ничего не хотите мне рассказать? Выбор. Откройте. Открывайте. Стрелка в ночном клубе «Рай». Есть раненые и убитые. В комнате со стульями, в вентиляционной шахте вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Надо заглянуть в полицию. Столкнем их лбами с тайским наркокартелем. Пусть развлекутся. Здравствуйте. Яна Юрьевна, вы не могли бы прокомментировать арест и самоубийство Свердлова Валерия Дмитриевича? А что здесь комментировать? Мы с ним были почти незнакомы. А когда он умер? 40 дней назад. А это про него писали, то, что он торговал наркотиками, да? Нет, он не торговал. Его использовали как курьера. Да какая разница? По-моему, все, кто занимается наркотиками, заслуживают такого финала. Вы так не считаете? Спасибо.